Всем ассаламу алейкум и доброго времени суток, ребят. Сейчас я покажу продолжение квестов от смотрителя маяка. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Погнали смотреть. Ну давай, родимый. Так. Ха, охуеть, еще и, бля, быканул, понял? Бать, не нервируй, говорит. Бля, какой бычара. Че там по квесту? Выйти с локации маяк. Так, ребят, вы приходите к смотрителю маяка, приходите, заходите, он вам дает первый же квест, вам нужно просто с этой локации выйти живым. Так, ребят, после того, как вы вышли с маяка, выходите в схрон, и он вам дает следующий квест под названием «Найти сфабрикованный компромат на базе отступников на локации маяк». Сейчас я вам покажу несколько спаунов, где спавнится этот сфабрикованный компромат. Так, ребят, смотрите, сфабрикованный компромат находится... вот она, вот эта база отступников. Заходим сюда. Залетаем сюда. Вот здесь лежит документы. Здесь лежат документы, точно такие же, как разведданные. И еще мы находили их вот здесь, вот, между ящиком и бочками. Вот два спауна. Имена этих сфабрикованных данных. Первая. Вторая. Ребят, после того, как вы вынесли сфабрикованный компромат на локации маяк, он вам даст квест найти оригинальный компромат на станции ремонта техники на локации резерв. Пойдемте покажу, где он спаунится. Так, локация резерв, РБСТ. Залетаем, открываем, заходим. Раз, два, три, четыре. Между третьим и четвертым вот здесь вот лежит папка. Оригинальный компромат. Нужно его забрать. Ребят, после того, как вы нашли оригинальный компромат на станции ремонта техники на локации резерв, вам нужно оставить сфабрикованный компромат на месте оригинала под БМП-2 на резерве, ребят. Пойдемте покажу, где его нужно оставлять. Так, дальше. Локация резерв. РБСТ. Залетаем, открываем. Садимся здесь. И закладываем вот здесь. Вот 40 секунд она будет закладываться, ребят. Так, что он нам скажет? О, папочку забрал свою родненькую. Давай что-нибудь. Есть работа. Давай ништячок какой-нибудь нормальный по-братски. Опять этот кейс нахуй. Давай посмотрим. Спроси у него, если работал он, блядь, 24 часа. Хорошо, брат, берешь, когда позвонишь. Ну-ка, чё там, чё за суета? Интересно. Понял. Ну что, ребят, на этом квест под названием «Контр-компромат» от смотрителя маяка завершен. Ребят, теперь осталось ждать 24 часа и посмотрим, что еще интересного он выдаст нам. Ребят, всем, кто фоловится, всем, кто ставит лайк и комментарий, огромнейшее спасибо, ребята, вам за поддержку. Надеюсь, этот гайд и те гайды, ребята, вам помогают и помогут в будущем, когда дойдете до этих квестов. Всех обнял, всем салам алейкум, всем всего хорошего, ребят. Удачи всем.